Всем привет! Я продолжаю знакомить вас с нашими новыми продуктами, парфюмированными дезодорантами. Я надеюсь, что после моих предыдущих обзоров кому-то из вас удалось уже их попробовать. Если да, то обязательно делитесь впечатлениями. Мне кажется, что этот продукт – это вообще просто супер находка. Мне их прислали довольно много. Я пока что попробовала где-то около 4 и буду вам постепенно о них рассказывать. В принципе, по своим свойствам они друг от друга практически ничем не отличаются, да, то есть у них у всех тонкий, приятный аромат, они хорошо выполняют свою защитную функцию, я постоянно хожу с ними и на спорт, и на танцы, да, и это прогулки, полноценный рабочий день, отлично справляются со своей функцией. Единственное, что просто кто-то держится дольше, кто-то меньше, но в среднем на вот полноценный день их свойств прям хватает хорошо. Сегодня у нас на обзоре аромат, который называется Flower Bunch. Вот такой вот стильный у него флакон. Вообще, вся линейка этих дезодорантов, она выполнена, в принципе, в едином стиле, да. Единственное, что оформление зависит от того парфюма, который дублирует этот дезодорант, но... Объем здесь 250 миллилитров, по-моему, его хватает, ну, я не знаю, на очень-очень долгое время. И они всегда очень круто смотрятся на полочке в ванной, и мне прямо не очень нравятся, очень удобные, очень стильные, заметные, яркие. И, собственно, сам аромат такой же. В нотах здесь ваниль, мускус, жасмин, цветок апельсина, орхидея и пачули. И это та история, когда, в принципе, ноты прям супер хорошо различимы, заметны. Единственное, что я была уверена, что в нотах здесь еще есть пудра, потому что аромат достаточно сухой. Изначально, когда ты его распыляешь, запах вот он прям очень сильно напоминает сухую пудру. Я бы также не сказала, что он сладкий, несмотря на то, что у нас в составе есть пачули и ваниль, да, я здесь больше слышу орхидею, жасмин, да, цветы, то есть это какая-то такая цветочная свежесть, мягкость, и, наверное, здесь угадывается сладковатость мускуса. Вот что-то такое. В принципе, эти парфюмированные дезодоранты можно особо не заморачиваться с выбором нот, да, потому что все-таки у них действительно очень тонкий, очень легкий такой вот аромат. Они скорее больше отвечают за какую-то парфюмерную вуаль, чем за насыщенный запах, да, полноценного парфюма. Но тем не менее, аромат вот этого продукта, он преимущественно цветочный, он суховатый, он очень мягкий, не раздражающий абсолютно, но в принципе все продукты из этой линейки, которые я успела попробовать, они в принципе не раздражающие все, поэтому даже не знаю, что здесь еще сказать. Для любительниц цветочных, цветочно-сладковатых вот таких вот запахов он подойдет идеально. Держит также хорошо, спокойно его используйте на каждый день, я уверена, что недовольных вообще не будет.